Здравствуйте, Артур. И хочу ответить на ваш вопрос по поводу того, как создавать, как перемещать и как внутри слоя распределять какие-либо объекты. У меня к вам тоже есть вопрос, правильно ли вы понимаете разницу между монтажными областями и слоями? Нет ли у вас здесь путаницы некоторой? Со слоями работать очень просто. Смотрите то, что у вас было задание, да, вы рисуете какой-то цветок, соответственно, создаете при настройке автоматизации создания нового документа у вас вот такие образцы должны быть. И эти же образцы должны сохраняться в документе, когда вы его, ну, сохраняете, потом переоткрываете, то, что у вас был тоже вопрос. Я просто покажу то, что вот у вас создан цветочек, да? Так. Ну, допустим, сделаем его простым. Можно фоном. Это контур. Вот. Соответственно, он может быть группой. Я выбираю все вместе, сгруппировываю. И тогда, просто щелкнув, я могу сразу его перемещать. Здесь он у меня отдельно будет разлетаться по кусочкам. Я могу собрать группу, например, с кнопочкой Shift я произвожу выделение, да, и собрать группу только из объектов, например, одного цвета, да, а из другого оставить отдельно не в группе. И тогда при смене, например, цвета я смогу легко и быстро перекрашивать. То есть, ну, такая тематическая группировка. Могу группировать по листочкам, то есть каждый отдельный листочек я буду группировать, и они у меня будут между собой. Как располагать, да, вот хочу, чтобы один цветочек был над другим, чтобы я его видела. Вот сейчас он у меня провалился вниз, и его не очень хорошо видно. Как это можно сделать? Есть несколько способов. Щелчок правой кнопочкой мыши, монтаж. Здесь программа предлагает 4 опции. На передний план она внутри одного слоя поднимет вам на самый верх. На задний план внутри одного слоя опустит вниз. И сделает один шажочек. Переложит вперед и переложит назад. Я обычно пользуюсь вот этими сочетаниями клавиш. То есть это Ctrl плюс квадратная скобка в одну или в другую сторону. То есть, ну, не открываю это меню. Сейчас я вам показываю, чтобы вы посмотрели на эти сочетания клавиш. Например, сейчас выбираю на передний план, и вот он у меня, цветочек, стал на переднем плане. Давайте какой-нибудь цвет ему зададим, чтобы нам его было видно. Вот таким образом. Как можно перекладывать? Ну, соответственно, то, что я говорила. Вы выбираете один объект, и при помощи либо стрелок, смотрите, сейчас я вытащу его на передний план, да, на передний план. Вот я вытащила кусочек. То есть я его выбрала и могу перемещать. Могу его при помощи, соответственно, видите, он туда-сюда у меня мигает. Соответственно, что происходит? Происходит то, что внутри слоя я его перемещаю выше-ниже. Вот он. Я нажимаю на Ctrl и квадратными стрелочками его регулирую. Он у меня туда-сюда отскакивает. Это можно увидеть, если вы откроете слои и то, что находится внутри слоя. Вот смотрите, вот он мой активный объект сейчас. И если я начинаю его теребить, то у меня получается звездочка уходит под него, звездочка уходит на него. То есть вы можете выбрать любой объект и при помощи вот этого сочетания клавиш, либо же через правую кнопку мыши, монтаж, менять высоту и расположение объекта. И еще один из способов, вы можете захватить прям внутри слоя и потянуть его вверх или вниз. Иногда это неудобно, когда очень много объектов и сложно по описанию понять, а что же это именно такое. Ну, хотя всегда можно нажать, он выделится, и вы поймете, оно это или нет. Я предпочитаю, как правило, ну, щелкать на тот объект, который мне нужен, и его, соответственно, уже куда-либо перемещать. Надеюсь, что это стало понятно. И продолжаем работать. До скорых встреч. Пока-пока.